Ранняя, еще немного морозная весна, жаркое лето, багряная осень и снежная зима. Городской музей предлагает саровчанам посмотреть на четыре времени года глазами талантливого художника Ивана Маркина. Работы выполнены в довольно хрупком виде искусства – графике. Почему хрупкий вид искусства? Он не такой распространенный. Вы, наверное, со мной согласитесь, да, в этом плане? Мы больше встречаем с вами живопись, как правило, акварель, гуашь, масло. А вот именно с таким видом искусства, особенно саровские зрители, знакомятся не так часто. Выставку приурочили к 70-летию мастера. Сотрудники музея старались подбирать работы так, чтобы показать все грани творчества художника. Иван Павлович много работал в жанре пейзажа. На своих полотнах он порой обращается к городской тематике. Но главный незаменимый спутник его картин – природа. На всех картинах мы сможем увидеть деревья, причем деревья, у которых свой характер, своя манера, свое поведение. Это даже, можно сказать, сказочные деревья. Мы можем с вами увидеть птички, которые сошли как будто вот из мультика к нам. Или какие-то задумчивые персонажи, люди, животные. Ивана Павловича вдохновляли родные места. Тема деревенской жизни красной нитью проходит через все его творчество. Лишь взглянув на эти полотна, можно понять, что к сельским просторам график относился с особым трепетом. Помимо природы, он как мастер выбирает и другие темы. И постарались вам еще показать, что все-таки художник-график иногда отходил от своих любимых материалов и мог поработать и акварелью, и живописью. Выставка мордовского графика в городском музее продлится до мая. Познакомиться с работами художника приглашает всех желающих. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.